Стальной охват России. Привет большой еще раз. Четвертый раз Андрей Селиванов задает всем задачку. Давайте посмотрим на мои эспандеры. Иваныч их откалибрует и про них расскажет. Значит, ребят, два блока калибровок. Это коки и бифбалдеры. Я уже показал. Сейчас загружается ГХП и Роберт Барабан. Это третий блок. И четвертый блок, ну мы его назвали вот так вот, как бы, может быть и нехорошо, Китай, потому что здесь еще Силаруков, все-таки это не Китай, это российское производство. Но тем не менее, это мы в четвертый блок отнесли, 4 эспандера из 18 оставшихся. Там будут профи грип, это уже даже не хэви грип, я про них снимал. Вот подсматриваю, у меня один золотой есть профи-гриб, один есть черный, есть они еще серебристые, с одной полосой подкоки, за подкоки сделанные, но ручка тоньше. Накатка имеется в коробочке, в блистере с защитой под руки, под пальцы. Это одеваются мягкие накладки на ручки. И плюс еще там намотка даже имеет место быть. И под барабана закос с таким же с диаметром ручек больше 20 мм. Я тоже про них рассказывал, тоже показывал. Вообще линейка, у меня две линейки купил Василий Васильевич. Серебристые и золотые. Вот полная линейка, это 14 эспандеров. Начинается с 50, потом там шаг. Вообще идет чуть ли не в 25 фунтов. 50, 75, 100. Не помню, 125 есть или 150 точно есть. 200, 225, 250, ну и так далее. До 350-го, наверное. Ну, я показывал, говорю, если кому интересно, могут посмотреть. Андрей купил себе профи-гриппы. 250 и 275. А также сейчас мы скроем с вами. Это будет Heavy Grip 300. С каким-то немыслимым разностью по длине ручек. И Силаруков 130. Еще раз говорю. Андрей хочет, в общем-то, потрогать, попробовать, испытать себя на всех эспандерах. На разных накатках. На разных пружинах. На разном металле. На разной отдаче. На разной плавности хода. На плотности витков, на, естественно, трение это сильно очень заметно влияет. То есть, допустим, вот мы 300-й с вами посмотрим еще раз Силаруков, и я вам все покажу, что огромная пружина с маленьким расстоянием большая пружина имеет такую плотную намотку, что в конце, в принципе, все это дело встает. Ну что, давайте открывать. Всеми эспандерами можно заниматься, естественно. Вот он и черный. Вот он. Вот я вам рассказал, я не видел, я вместе с вами вскрывал. Поэтому, как бы, я честно говорю, что, ну вот он, 130-й Силаруков. Мы им будем заканчивать, потому что, ну, там в конце 3,5, как бы больше. И бифбалдер элит, ну, про них уже все снято. Фильм снят. Вот он. Очень неправильные, но ручки зато серьезные. И фасочка есть в конце. Это у нас Heavy Grip 300. Ну, начнем мы. Вот он. Закос под барабана, скажем так. Но ручки толстые. Смотрите, намотка. Все как бы не выдает в нем китайское чистое производство. Это у нас будет 275. Соответственно, здесь написано «Да здравствуй, стальной охват России». Кстати, они написали это. Знают, что писать. А здесь
То же самое. Вот с него и начнем. Да, накатки нету. Это черный с одной полосой. Профи гриб 250. Но скажу, что качество изготовления, вот пружина, конечно, ну, вы сами видите. В отражении вы видите, она прямо космическая какая-то. Да? Поехали. Значит, профи гриб 250. Вот он. Вот он, где он. Пальцем показываю. Он на 58. 8 раз ТНС. Андрей бомбил его на 8 раз ТНС. При этом выше стоит ГХП левел 6 на 4 раза с ТНС. Нагрузку вы уже ГХП левел 6 знаете. Сейчас увидим, что за нагрузка на 250-м. А из-за чего разница? Ну, во-первых, магнезия здесь абсолютно нужна, потому что он гладкий, естественно. Без магнезии вообще, ну, травмироваться легко и неправильно это все делать. Надо обязательно с магнезией. Но почему больше? Расстояние. Все тоже расстояние. Какая бы атробедремия у вас ни была, все зависит от эспандера. С каким вы эспандером. Если вы работаете с одними эспандерами маленького расстояния, то это одно дело. А если вы прыгаете по расстояниям, то одна и та же нагрузка в разных расстояниях, она по-разному закрывается. Поэтому это смог на 8 раз, Андрей. А меньше нагрузка вроде бы даже. Ну, посмотрим еще, какая здесь. Но расстояние гораздо больше. А почему гораздо больше? Давайте посмотрим расстояние, какое у Profi Grip 250. Капитан-лейтенант. Капитан 3-го, 2-го ранга. Моряки, все правильно. 63 миллиметра. 62, 69. Соответственно, расстояние моряков. А там расстояние 73 у 6-го левела. Ну, то есть, получается на 10 миллиметров. На сантиметр больше. Очень много. Ручку китайцы алюминий берегут. Поэтому у них любимый стандарт это 18.0, 18.2. Вот 18.13. Это диаметр ручки и проволока на профи гриб. Ровно 7. 7 миллиметров проволока. 58 килограмм. Ну, сейчас посмотрим. Сейчас все увидим. Сколько. Ну, как бы, естественно, профи грип, это хеви грип. Соответственно, хеви грипы у нас 250, и, конечно, там, ну, где-то в пределах до 54 килограмм. Уже больше это крайне редко. Поэтому здесь будет больше. Должно быть больше. Тут уже приходится кожицу подкладывать, чтобы мы не съехали. Вот эта площадочка давящая. Так, посмотрим. Так, и поехали. Контролирую, чтобы ровненько все было. Так, Андрей сказал 58. Ну вот. Вот и разница. Одинаково. С ГХП левел 6. Совершенно одинаково. Ну, в два раза разница. Вот сантиметр. Смотрите, сколько забирает. Видите, здесь нет касания. Очень ровненько. Здесь не будет видно. Но вот здесь будет видно, что есть зазоры, нет касания. Соответственно, ничего не искажено. Ну, нету накатки. Но пружина, говорю, что космическая. 56 килограмм. Абсолютно одинаково. 56,3. В принципе, калибровка с шестеркой. 56,3. Профи грип 250. Можно заниматься? Несомненно. Несомненно, можно заниматься. Но цена вот такого девайса сейчас за 2000. Более 2000. Китайцев.
Я думаю, что здесь можно купить по месту не хуже и дешевле. Ну, либо чуть подороже, но с калибровкой, со всем фаршем, моряки. Профигрип 250. Итак, убираем накладки. И вот 275-й, 6970, Андрей считает 6970. И с ММС, ну, еще раз повторю, устанавливаете под произвольную параллель, Mars Monster Set. Ну, произвольная параллель, как бы не четко вымеренная, там, вот, 20, да, 20 миллиметров, потому что, ну, типа ручки 2 сантиметра, 20, это четкая параллель, проводим мы вот эту параллель. Это закрытие с установки. А это произвольно. Установили и закрыли. Вот на один раз закрывает Андрей вот эту нагрузку. Прошу прощения. Так, и смотрим. Вот смотрите диаметр. Да, 20,09, ну, 22, более 2 сантиметров. Все как бы. Но накатка, вы уже про барабаны тоже видели, там немножечко другая накатка. И до 275-го пружиночка вот такая, 7,3, 7,31. Но тоже как бы к американскому размеру никуда не попадает. Но если там на коке, на кок третий может нарваться, так скажем, по пружине. У меня капитан Торонга Харт с такой пружиной. А так это своя пружина. И самое главное это расстояние. Мы будем считать, что здесь все уже усажено. 67-84, 68 миллиметров, 68 миллиметров, тоже нужна, однозначно нужна магнезия, так работать не получится. И смотрим, 69-70, 69-70, да, сделаем накладочку. Посмотрим. Здесь 75-й. Кстати, у Profi Grip, вот, естественно, никакого там не было попадания на их цифры фунтов. Но вот 275-й точно был больше 250-го. И так далее. 300-й больше 275-го. Чуть-чуть, Андрей, ты не попал, зато мы ровненько, вот так ровненько протянули, чуть-чуть не дожали. Ну вот говорю, это уже такая серия, что в принципе 68,4, 69 можно называть в принципе, 68-69 килограмм. Это уже, скажем, достаточно тяжело. Без установки, допустим, Андрей, надо будет, ну, за 100 далеко, скажем так, иметь динамометрию, чтобы закрыть без установки. Потому что 68, 34, 102, ну, наверное, десяток килограмм сверху, да, 110 где-то примерно. 110 килограмм. Все, прошу любить и жаловать. Где-то, если попадете на эту серию Profi Grip, ну, можно взять, естественно, попробовать. Но, опять же, ориентируйтесь по нагрузкам. Смотрите мои фильмы, калибровки, соотношения с другими эспандерами. Потому что вот это контр-адмирал. Это чуть сильнее... Ну, так как расстояние чуть больше, чем от контр-адмирала, то это сильнее кока-3, естественно, слабее кока-3,5.
Так что вот ориентируйтесь. Профиль гриб. Так. Вот такой вот. Вот такой нюанс. Видите? Heavy grip. Heavy grip 300. Хо-хо. С ручками. Вот здесь, смотрите, фасочка снята. Ну, такая вот, значит, ручка такая, полукруглая, скажем. Такая нормальная, скажем так. Ну, какая-то имитация накатки есть. Естественно, сейчас мы посмотрим, что такое с одной ручки и с другой ручки. Расстояние. Ну, вот, скажем, вот на таких разницах длин. Шестьдесят четыре миллиметра. Вот он сбилось, было 64, 15, 64, 63, 3. Ну, 64 миллиметра. Значит, заявлено, что Heavy Grip 300. Вот он. Heavy Grip 300, 64, 63. И не хватает СТНС-а 2 миллиметра под длинную ручку. Продолжаем. Уже камера тоже не выдерживает. Благодаря Андрею Селиванову из Москвы, коллекционеру, занимающимся без году неделя хватом, начав в марте того года, закрыв красный Торнео с тремя пальцами. Все начиная с трех пальцев, считая, что мизинец лишний, потом понимая, что мизинец оказывается не лишний, а определяющий. Но это приходит потом. Андрей потихонечку собрал маленькую коллекцию спандеров. К 18, которые я вам показал от Андрея, это Коки, это ГХП, это Бифбалдеры, это Роберт Барабаны, это Профи Грипы. Только что вы посмотрели. Получилось, оборвалось у меня, в принципе, на съемках про Heavy Grip 300, но это тоже необычный Heavy Grip 300. И сейчас я вот вам покажу, чтобы вы знали, в каком временном интервале все это снимается. На самом деле 17:45, ну почти 6 часов. Вчера я начал в 6, и сегодня уже 6. Вот почти все, сутки идут съемки. Итак, мы с вами посмотрели профи гриппа с одной насечкой, которая закрывается на 8 раз ТНС. Под барабана, причем с диаметром, с таким же. Профи грип 275. Ну, везде отсутствует накатка. Ну, вот это, конечно, он, я не знаю, чем пружина покрыта, но вы сами видите. Это имеет место быть, такой эспандер в вашей коллекции. Если вы тоже хотите, как Андрей, попробовать все эспандеры, попробовать любые накатки, пусть их и не будет, но у вас будет магнезия. Смотрите, как Андрей, просто смотрите его фильмы, он тоже записывает, как он закрывает, как он борется с эспандерами. Он хочет сейчас дойти до 4 топора, это 7777, 78 миллиметров на 65 килограмм, кок 3, закрыть без установки. Да прибудет с тобой сила, Андрей. Я сказал, что зайдешь через ГХП левел 7. Если у тебя с 38 блока он уже идет на 2 раза, на 3-4 раза, это ты точно пойдешь без установки. Динамометрия, я уже сказал, какая нужна. Вот это мы посмотрели. И мы остановились, прервались на обзоре вот этого необычного Heavy Grip 300. Но увидите, да, одна ручка вот здесь, другая ручка здесь. Но я вам скажу, что это отличающийся от Heavy Grip 300, вообще от Heavy Grip эспандер. Почему? Ну, самое главное, я уже это показал, ну, еще раз покажу. Это Heavy с 19 ручками. Плюс здесь снята фаска и более плавное вот так окончание ручки. Не так мизинец страдает, но что у многих мизинец, в общем-то, страдает от резких ручек. Ну вот, пожалуйста, профи. Вот, пожалуйста. Здесь достаточно резче. Здесь тоже есть фаска, но она гораздо меньше, чем здесь снята. Это порезче будет. Поэтому Андрей тщательно магнезией намазывается, чтобы не было елозения в руке ручек.
Если ручка должна стоять под водоразделу средней хиромантной линии, не ближе к большому пальцу, а именно посередине, если конец ручки разрезает мизинец напополам, вот, и след остается разрезающий пополам хиромантную линию, вот так правильно. И если вы начинаете давление, и у вас резко эта ручка съезжает, соответственно, и это съезжает. Они же закреплены с пружиной с одной. Соответственно, все это надо делать достаточно быстро и качественно. Давайте мы сейчас два замера сделаем. Я уже показал, еще раз покажу расстояние. Потому что, в общем-то, обрыв произошел. Там было то же самое, упало. Но здесь 64 ближе. 64 миллиметра расстояние вот именно под наклонному пути. И пружина здесь, ребят, ну плюс еще она покрашена. Это я тоже показывал. 7,57. 7,5, вы знаете, это КХП Level 8, 7,45. 7,5, КОК 3,5. Контр-адмирал 7,5. 7,57 это уже туда идет, вверх. Ну давайте, давай, Андрей, посмотрим. Ты закрываешь. Написал, что heavy grip, у тебя 2 мм не хватает с ТНС. С длинной ручки. Ну давай начнем с длинной. Давай начнем с длинной. Значит, я померил. Разница между ручками, ребят. Разница между ручками. По длине будет 4 мм. 4. Не буду я сейчас показывать вам линейкой. Я это промерял без записи. 4 мм разница по длине. Вот посмотрим, сколько это будет разница по килограммам. Значит, heavy grip 300 по... Не, съезжает. Съезжает. Здесь надо будет подкладочку делать. Достаточно. Ручка такая скользкая, скажем так. Поэтому... Поехали. Сейчас вы все увидите. Тут разница 4 миллиметра в длине. Значит, смотри. Ну, тут написал 64-65. Ну, 64-65 это, скорее всего, вот так даже сразу начну показывать. Вот, ребят. Вот это у нас получается 4 миллиметра. 4 миллиметра. Высоко очень. Пружина поднята. Или низко. Ручки опущены. Можно говорить по-разному. 62,5 по длинной ручке. Андрей, 62,5 килограмма. Там сам сопоставляй. Все теперь эспандеры у тебя будут калиброваны. На все я тебе все кладу по мешочкам. Там бирки, пожалуйста, пиши, нагрузки, расстояния. Расставляй их, как ты мне написал, но только уже теперь согласно купленным билетам, так скажем. Согласно калибровке все расставляй. Можешь это расставить согласно закрытиям своим, подпиши это дело. Ну, как бы порядок бьет класс. Я не буду говорить, что это за выражение. Немцы такое выражение придумали. Порядок бьет класс. Если вы составите полный список своих эспандеров, сделайте таблички, закрытия там с блока, с ММС, какого блока, с 20-го, с 30-го, с 40-го, с ММС, с дипсета, с глубокого дипсета, и все это пропишите. Можете даже себя контролировать по датам. Так что, Андрей, если так ты сделаешь, ну, будет интереснее заниматься. Будешь смотреть, за какой временной интервал ты проходишь то или иное событие, что ты собрался сделать, что закрыть. Закрываем по короткой ручке. Ребят, смотрите, что такое 4 миллиметра. Heavy grip 300. Heavy grip 300. 65 килограмм. 64-65. Будем считать, Андрей, что ты сделал запись
по короткой ручке. Вот так вот. Все ровно. По короткой ручке. 65. Ребят, 2,5 килограмма. 4 миллиметра. 2,5 килограмма. 62,5 длинная ручка. 65 короткая ручка. Вот у тебя получается 2 эспандера. Вот так будешь закрывать 62,5, так будешь закрывать 65 килограмм. Вот такой фигрип. Имеет место быть, ребят. Но огромное расстояние в нагрузках между эспандерами. Очень короткая у китайцев линейка. В основном они делают 100-150 heavy grip, 200-250, 300 и 350. И получается, что разница в килограммах, ну если до 250-го как бы можно дойти, и он в основном 50-54 килограмма, то следующий heavy grip 300, но в основном это более 62 килограмм. Вот вы видели, 62,5, 67, 65, 67, 69 килограмм. И 52 и 67 это больше, чем между коками 2,5 и 3. А все знают, какая это проблема преодолеть вот этот участок пути. Удобно и правильно до 5 килограмм. 3 килограмма это самый лайтовый классный шаг. Потому что закрывая без установки, плюс 3 килограмма следующие, вы тоже закрываете. Без установки не закрываете, а со всех остальных установок закрываете. И вам легче преодолеть закрытие в плюс 3 без установки. И шагать. Стена не является препятствием. Стена – это то, что вы должны пробить. И вы пробьете упорством, желанием преодолеть. Андрей, я ему сказал, если будет следовать той теории, которую он себе в голове оставил, составил, что надо дойти до этого. Дойдя до этого, надо сделать следующий шаг. И сказать себе, да, я хочу закрыть четверку без установки, с карты, с параллели, новую, с упаковки. Адмирала, ГХП левел 9, барабана 365-го. Какие-то цели. Естественно, это надо делать не по огромному шагу, а вот именно 3-5 килограмм. 5 максимум, 3 это будет самое лайтовое. Все, я все вот в данном случае вам рассказал, сказал. Андрей должен это знать. В моих фильмах постоянно я это Heavy Grip 300 рассказываю. И 18-й эспандер, ребят. Эта накатка слабее, чем у барабана 260-го. Это Силоруков. Вот они, фаски. Видите, здесь это серьезно. Силоруков. И 130. Но, естественно, тоже все надо калибровать. Вот смотрите. Силоруков 130, 69-70. И никакой информации Андрей мне не дал. Ну, наверное, не хочет он особо им там заниматься. Почему? Потому что, смотрите. Расстояние. Ровно кредитная карта. 54 миллиметра. Вот она. Вот 54 вот здесь. Я кладу. Расстояние кредитной карты. Но очень плотно намотаны витки, и они, вот видите, вот этот вот крайний заходящий, еще чтобы ручки, они видите, как стоят, они же под наклоном немножко стоят, чтобы не разошлись мимо друг друга. А плюс, смотрите, что с пружиной. Пружина восемь. Восьмерка, вы знаете, у кого? Восьмерка у четверки. Восьмерка у девятки. У ГХП левел 9. И то там не восьмерка, а меньше. У адмирала восьмерка. То есть это эспандеры, которые далеко за 80 килограмм. И за 90. А здесь мы видим предположение 69-70. Ручки. Вот видите. Явно. Домотка шла,
Вот отсюда моталось, да? Ну, больше 19, да? 19,1, 19,2, то есть выше 19. Соответственно, закрывать для ребят, у которых ладонь 205-210, ну, очень удобно. То есть они закладываются уже под вторые фаланги и сразу жмут. Да и, в принципе, вот у меня 197, мне тоже достаточно удобно. Но в конце идет дичайший закус из-за того, что 54 миллиметра при такой проволоке, при 8 миллиметров. Давайте посмотрим. 130, есть еще 140, есть еще 150. Разбросы очень большие по нагрузкам, надо все калибровать обязательно. Ну что, мы идем сюда, не буду листочек брать. Села Руков 130 69 70. Андрей ничего не говорил, информации никакой. Ну, наверное, вот из-за этого. Смотрим. Вот я не довожу. Очень серьезная накатка. 72 килограмма. Много? Очень много. 72 килограмма. Ну, допустим, чтобы закрыть без установки, 72,36, это у нас будет 108, да? 108. Ну, плюс 5, это людям, имеющим огромный запас еще по силе, плюс 5 килограмм. Всем остальным 10 надо будет закладываться. Плюс 5, где-то 113-115 динамометрии надо иметь, чтобы вот этот эспандер закрывать без установки. Мои динамометрии жалкие на 80, где-то динамики на 86-88 килограмм хватает до параллелировочки довести. Все, Андрей, мы выполнили с тобой огромную работу. Все эспандеры теперь получили другие цифры, какие-то и остались, много чего ты угадал. Есть у тебя еще 9 моряков выхватов. Занимайся, показывай видео. Очень будет интересно следить за твоим ростом. Теперь ребята знают, что у Андрея Селиванова с Москвы в его годы есть такие параметры антропометрии и такие возможности по хвату. Имеет он такие эспандеры, с которыми стремится, в общем-то, разобраться со всеми. И закрыть без установки. Самый крайний кок 3,5 получается. Я не помню, адмирал у тебя есть, адмирал. Потому что вот кок 3,5, который мы с тобой откалибровали на 70. А, ББЕ. У тебя Бифбалдер Элит еще больше. Он 77 килограмм. Ну, это адмирал. Вице-адмирал однозначен по нагрузке. Вот, чтобы ты достиг, закрыл его без установки. Выложил в группе «Стальной хват России». Мы все порадуемся. Еще раз посмотрим калибровки. И будем двигаться дальше. Всем здоровья. Пока. Встречаемся в обители.